Сотрудники прокуратуры Ненецкого округа приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта. Мероприятие приурочено к празднованию 300-летия ведомства. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Впервые в своей жизни Алена Захарьева взяла пензей в руки. А еще попробовала себя в метании топора и прыжках через нарты. На первый взгляд ничего сложного. На деле же без предварительной подготовки выполнить задание оказалось довольно тяжело. Но тем не менее ей удалось стать победительницей в одной из номинаций. Сегодня первый раз принимаю участие в таком мероприятии. Удалось победить в прыжках через нарты. Но это оказалось, конечно, не так просто. Прошедшая пятница для работников прокуратуры прошла весьма необычно. Они испытали себя в ненецких состязаниях. Стоит отметить, что для этого был весомый повод. Сегодня на базе турцентра мы провели спортивное мероприятие, посвященное 300-летию со дня образования Российской прокуратуры. А соревнования проводились в трех номинациях. Это по национальным видам спорта среди мужчин и женщин прокуратуры Ненецкого автономного округа. Это метание тензея на хорей, это прыжки через нарты и метание топора. Отдых в необычном формате соревнований на природе в кругу коллектива. Отличный способ не только отпраздновать знаменательную дату, но и сблизить коллектив. Для сплочения коллектива мы сегодня сюда выбрались. Единственное, что не повезло с погодой, но тем не менее всем все безумно понравилось. Помимо прошедшего мероприятия, в программу празднования 300-летия ведомства включены футбольный матч, соревнования по плаванию и шахматам, а также культурно-просветительские мероприятия, такие как встречи со школьниками, пенсионерами и творческие конкурсы. Катрина Тайбарей, Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».